Этот известный джипер тащит лебедку. Вернулся я к Лене. Тут трос у меня коротковатый, надо. Там жестко. Брось сюда шакл. Мы Леню еще достаем. Сейчас пока достаем Леню. Так, что-то как-то тут. Он мог чуть вперед и ровно назад сдать. Давай еще чуть вперед, вправо. Еще. Едь. Еще вправо руль, вправо. Теперь чуть влево назад и опять вправо. Все, теперь вправо. Вправо вперед. Руслан, вправо вперед. Все, давай лебедиться. Не едет уже. А теперь забивай. А зачем он едет? Я сейчас отцеплю, где вправо.
давай. Набегает, Андрюха. Давай, давай вперед, друг. Право вперед, право вперед. Порвал передний мост. Все, передний мост не крути. Друг, все. Передний мост не крути. Все. Я говорю мне. Все. Нету. Он грустнул. Был угроз и все. Нет. Только назад крутить. А кардан крутится, посмотри. Назад крутится, вперед потихоньку. Вперед кардан крутится. Да. Крутится, да. Кардан? Да. Кардан крутится. Теперь смотри, какой пыльник не крутится. Какой пыльник не крутится на мосту. Юлиана, посмотри на пыльник. Обидва не крутятся, не видно ни одного. Ни одного? Не вижу, по крайней мере не вижу. Не видно ничего. Ну, вот и все. Так, да, подъехал тут известный джипер. На помощь сейчас. Меня подтянет, наверное, шрут все-таки разлетелся, потому что кардан крутится. Раздатка только перебирали, то есть, не, ну, тут такого ничего не было. А шрут давно там просился. Я брал, тестировал шрут за 500. Зашакал, Макс! За 500 гривен, это $20 шрут с пыльником, со смазкой, со всем, что может быть. Ну, есть полуось в сборе. Не с собой, правда, но... Так, Леня меняет траекторию и едет. Красавчик. Так, друзья, ну что, чуть не проехал. Шрус за 500 гривен. Подустал, я так понимаю, мне. Особо больше нечему там сломаться было. Нагрузки такой глобальной никакой не было. Думаю, что это он. Пробует ехать. Ну, так нормально едет грандик. Чуть-чуть бы больше еще колеса, хотя бы на дюйм, было бы вообще неплохо. Да и так неплохо. Да еще учесть, что я практически не спускался. Залупазлику тут было бы неплохо сегодня. В таких дорожных условиях воды немного. Вес небольшой. И грант ничего едет. Что-то тут дальше не знаю, как далеко мы доедем, честно говоря. Глядя на это все. После замены головки электронного зажигания, как мотор работает. Вообще четко. Да, да. Надежность выше оказалась сегодня. Так. Все, поехали. На блокировочках Патриот. Главное, чтобы было за что зацепиться.
Поехали. Что-то там очень сегодня непросто. И танки в связи с карантином, наверное, давно не ездили, судя по не особо раскатанной почве. Да, классно в лесу. Шикарный весенний день. Как этот коронавирус не вовремя. Да,